Известная сеть магазинов «Евроопт» пришла и в наш райцентр. События этого ждали. К нему готовились. В четверг, 13 декабря, новый магазин открыли в торжественной обстановке. «Евроопт» умеет дарить людям праздник. Чашничане в этом убедились. Развлекательная программа с розыгрышем призов вызвала большой интерес. Три подарка на кону! 703! Не, не 316-й, не! Не 735-й! Дети, что вы так у школе отвечали? А что они? Мужчина в шапочке красивый, догледженный, сколько? Вы думаете, что мы за неделю 100 магазинов открыли? А мы можем! Не, мы можем, но так мы не разгонялись! Коль? 123! Молодец, выходи сюда, подворные аплодисменты! Итак, девочка, обойди! 723-й, сябры, поаплодируйте! Завтра уже будет больше! Хорошее настроение было гарантировано всем пришедшим. Прельщало жителей райцентра и возможность выиграть подарочные сертификаты. По ним счастливчики смогли отовариться в магазине на определенную сумму за счет сети. Теперь, к слову, можно будет участвовать и в известных рекламных играх компании. А там призы, квартиры и машины. К назначенному часу людей собралось немало, и все ждали, когда же перережут символическую красную ленту. Под аплодисменты собравшихся это сделали заместитель председателя райисполкома Александр Сурин и директор магазина Ольга Малаховская. Как водится, прозвучали напутственные слова от представителей компании. Последние поблагодарили руководство района за поддержку в реализации данного проекта. Александр Сурин заметил, что появление нового объекта положительно скажется на рынке торговых услуг. Можно ожидать существенных темпов роста товарооборота. К тому же создано 26 рабочих мест. Это не менее важно для экономики Чашничины. Двери открылись, и десятки покупателей впервые оказались в просторном торговом зале. Впечатлений от увиденного у чашничан было масса. Свыше 5000 наименований товаров – серьезный аргумент. В новом магазине можно заказать пиццу и гриль. Обслуживать покупателей будет сразу 5 касс. В день открытия Евроопта каждой представительнице прекрасной половины, пришедшей за покупками, дарили розу. Была организована дегустация молочных продуктов, кондитерских и хлебобулочных изделий. Как говорится, милости просим.